Мишу спасает обычный столовый нож из магазина «Все по 20». Лену спасает лезвие для бритвы из магазина «Все по 30». Нину спасает горсть запрещенных фармацевтических препаратов. Диму спасает свежий воздух на балконе 16 этажа. Марину после работы спасает молодой дагестанец. Риту спасает великолепный худой доберман. Аниту спасает мартини по вечерам. Динара спасает красный Мальборо или красный Честер. Витю спасает расстояние между машиной и деревом. Аиду спасает вражеский, но такой добрый летчик. Агрессор. Сашу спасает измена и легкая влюбленность. Игоря спасает виски и коньяк, при необходимости можно мешать. Даниила спасает серьезность и сосредоточенность на пути к четко сформулированной цели. Олю спасает ёбнутый начальник. Борю спасает размандяйство и амфетамин. Кирилла спасает купля-продажа подержанных машин. Наташу спасает тупорылый сосед мудила, оценка дана автором. Илью спасает хрен знает что. Сережу спасает Карина. Любу спасает любовь. Антона почему-то спасает та же Карина. Юлю спасает сладкая утренняя лень, переходящая в лень обыкновенную постоянную. Осипа спасает Воронеж. Колю спасает группа людей в длинных черных кожаных куртках в подвальном помещении торгового центра Европа. Глеба спасает что-то похожее на что-то. Славу спасает замкнутый для своих депрессивных мыслей. Вова спасает приездом встречающий сегодня ванильную кока-колу. Дора спасает теплый шерстяной шарф. Арсена нашла. И все это Бог! Потому что Бог – это тот, кто спасает. Утверждение автора.